Поехали, поехали в больницу. Автомобиль «Волга» принадлежит кому? А как вы за рулем оказались? По случайности? И что в пути по случайности произошло? Расскажите, пожалуйста. Не помню. Не помните? А пили что сегодня, помните? Водку много? Ну сколько? Пол-литра, литр? Бутылку на одного, да? Да, действительно много. А в машине с кем были? Вот второй доктор, вам надо разрешить. Сейчас, сейчас, секундочку. В машине-то с кем вы были? Помню. То есть обстоятельства ДТП не помните вообще? Прекрасное состояние для поездки за рулем.